Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я буду делать освещение на тему «Мужчина, которому ты нужна по судьбе». Его подробное описание будем смотреть, пока я заряжаю колоду энергией Вселенной. Предлагаю вам отстраниться от проблем, от забот, от переживаний. Подумайте о себе, вспомните. Представьте, что вы занимаетесь самым любимым делом, которое приносит вам огромное удовольствие, для того, чтобы я как можно четче и яснее считала ваши энергии, и вы получили как можно больше информации конкретно о вас. Пока вы настраиваетесь, а действительно вижу, прямо кому-то тепленько сейчас, кто-то солнышко вообще по жизни очень светлое, ясное. Я хочу вас пригласить подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку сейчас здесь добавлю. Там я ежедневно делаю освещение на тему чувства, мысли мужчины, его планы, каких действий ожидать, советов Вселенной. Также направляю вас, как правильно самим создавать свою реальность, не жить в ожидании, а получать от жизни то, что действительно вы хотите благодаря силе своего намерения. Подписывайтесь, буду рада вас там видеть. Также приветствую своих новых подписчиков и благодарю моих постоянных подписчиков за то, что вы со мной здесь и сейчас. Кто не успел пальчиком нажать, не волнуйтесь, в закрепленном комментарии есть ссылочка. Ну что же, называйте свое имя, дату своего рождения. Сейчас познакомимся, посмотрим, какая красотка ко мне пришла, и будем раскрывать тему. Также в конце освещения руны нам дадут совет, либо же подсказку от Вселенной, что вам нужно дополнительно знать. Я всегда говорю о том, что во время моих освещений вы можете задавать вопросы, которые не относятся к основной теме, и вы обязательно получите на них ответы, потому как сейчас мы с вами находимся в тесной связи со Вселенной, и она слышит и обязательно ответит вам на ваши вопросы на этом, либо же на одном из моих других освещений. Ну что ж, давайте смотреть, какая красотка ко мне пришла, в каких вы энергиях сегодня. Называйте свое имя, дату рождения. Так. Кто-то недавно радовался как ребенок. Либо же у вас есть детки, кто-то прям хохотал и обнимал вас. Если деток маленьких нет, значит, здесь либо же будет в скором времени такая ситуация, которая вас заставит улыбнуться и вспомнить себя как в детстве. То есть здесь какие-то эмоции, знаете, чистые, искренние, открытые. Возможно, кто-то будет пересматривать детские фотографии свои, либо же с кем-то будете разговаривать о своем детстве, о прошлом. Кто-то, возможно, глядя на ребенка, не обязательно даже, что на своего, даже в магазине, проходя мимо, вам определенный момент напомнит вас и принесет вам вот это вот счастье детское, искреннее, вот в преддверии праздника вот такое часто ощущение. Понятно, что у моего освещения нет срока годности, но здесь, возможно, праздники идут, которые приносят счастье, радость, которые возвращают вас в детство. Какая вы? О, девчонки, ну вы знаете как, честно... О, такие карты тяжелые, и причем старшие арканы, которые говорят, что устали вы жить в каком-то стрессе, в каком-то кто-то не высыпался, у кого-то работа связана с ночным графиком, кто-то здесь вообще по ночам плохо спал. И вы знаете, как берете себя в руки и налаживаете свою жизнь. То есть вы уходите от этого по дьяволу состояния, когда ты не контролируешь себя, не контролируешь своих мыслей. Кто-то, кстати, либо же в скором будущем, либо в недавнем прошлом, да, у Вселенной нет вчера, сегодня, завтра, здесь последний период, либо же будет проводить... Вот вижу ночь, вижу огни, здесь возможны люди в окружении, то есть здесь возможный ночной клуб. Кто-то, возможно, поздно будет с работы возвращаться, и здесь ночные огни. Кто-то даже в магазин можете ходить в вечернее время. Я вижу, что скопление людей вокруг вас, темно и свет горит. У каждого свое, но
Понятно, что освещение общее, каждый слышит свое. За личными освещениями пишите мне в личку, в Instagram, Facebook, ссылка в закрепленном комментарии. Поэтому вы входите в баланс, то есть вы уходите от этих по дьяволу стрессов, переживаний, каких-то внутреннего раздрайва. Вот сейчас вы, знаете, как на выдохе, с настроем на лучшее. Вот молодцы, сами можете ввести себя вот в состояние стабильности, несмотря на определенные жизненные ситуации, устои. В любом случае вы выходите с этого, и вы сами держите буквально свою судьбу в своих руках. Вы создаете свое настроение, вы создаете свой день, и только от вас зависит, как вы себя будете чувствовать. События всегда будут плохие, либо хорошие. Всегда будут люди как-либо вторгаться, да, в вашу жизнь, плохие, либо хорошие. Но вы сейчас в балансе. Вы сейчас четко осознаете, вы знаете, что вас может вести в дисбаланс, и вы понимаете, как себя, знаете, свою ауру не нарушить вот внешними какими-то. Ну а здесь есть переживаниями, либо же люди, либо же события, которые в вашей жизни. Вы на выдохе, знаете, вот так вот, в состоянии хоть подвешенного, но тем не менее вы больше не находитесь в этом раздрайве. Вот так, основная информация. Ну давайте уже смотреть, какой же там мужчина, которому вы так нужны по судьбе. Какое его описание? Что нам расскажет Таро? Мне уже самое интересное. Никогда не знаю, что будет. Всегда досматривайте мое освещение до конца, потому что в любую секунду может всплыть такая информация, что просто вау. А у меня всегда так, вы же знаете. Ну, давайте смотреть, какой мужчина, которому вы очень нужны. Пажи кубковый пришел. Ребеночек, мальчишка. Возможно, младше по возрасту. Возможно, водного знака зодиака. Здесь человек, который смотрит на мир с открытыми глазами. Но, девочки, Таро-то видит все изнутри. Мужчина, переворачивайте, естественно, вы у меня тоже все знаете. Но по жизни вообще здесь у него есть транспорт, либо же он управляет транспортом, либо же он передвигается часто на транспорте, даже если он ездит. Причем здесь идет красный цвет. Здесь речь идет о том, что либо же это любимый цвет мужчины, красный, либо же у него красный транспорт, но здесь и вообще красный, движение, огонь. Здесь он выходит также в энергиях быстрых. Здесь мужчина недавно очень быстро ехал, либо же передвигался. Здесь он сам может водить транспорт также. Любит гонять, любит очень быстро двигаться. Быстрый вообще по жизни такой, на слово быстрый. У него такой очень четкий ум. Он и нежный, как ребенок, знаете, внутри открытый, искренний. И здесь смотрит с открытыми глазками, буквально завороженный. Интересно. Пажи кубковые. Возможно, младше вас по возрасту, либо же душа его младше, по развитию, возможно, вас младше. Ну, потому что пажиком выходит, это как бы самый такой вот молоденький. Возможно, разница вот даже в поколении с ним. Мужчина, которому я нужна, прямо так и говорите, мужчина, которому я нужна. Отшельник, он, знаете как, он любит находиться в местах, где тихо. Здесь мужчина по карте Иерофант верит. Кто во что? Кто в Бога? Кто во Вселенную? Кто верит в то, что он может создавать свою реальность? Мужчина влюбленный. И мужчина говорит, у него произошел какой-то раскол в жизни. То есть здесь его вера во что-то, знаете, как потерпела крушение, можно сказать так. Надломилась. Я не могу сказать, что она вообще рухнула, нет. Но здесь вера, причем вера в любовь. На дне колоды это карта влюбленная. Красивая очень карта, она выйдет, покажу вам поближе. Вера-то в любовь у него почему-то... А почему? Давайте спросим, почему вера в любовь у него так... А он
отшельник, да. Вот понимаете как? Я все равно ловлю информацию еще до того, даже как мне Таро ее показывает. А здесь у мужчины нет сейчас любви в жизни, любимой в жизни идет информация на протяжении длительного времени. Мужчина, который либо же не общается с любимой на протяжении длительного времени, либо же отстраняется по каким-либо причинам. Здесь он, знаете как, вот насколько бы хорошо не было вокруг, а ему не весело, холодно. Здесь мужчина, либо же принимая душ, сауну, ванную в обнаженном состоянии, может много долго сидеть, думать, и идет информация, что аж как-то вода остывает, он как-то аж промерзает. Разочарование в любви. Почему разочарование? Помимо того, что на протяжении длительного времени не общались. А, тут движения нету никакого в отношениях-то. Карта тройка жезлов, карта движения, продвижения, каких-то событий. Закрывает карты Луны и башни. Он говорит, потому что нет у нас с любимой давно отношения ушли в Луну. То есть вы ощущаете, чувствуете друг друга, но, возможно, даже не общаетесь. Здесь девушка с закрытыми глазами опустила взгляд вниз. То есть здесь вы можете даже и не знать, что сейчас с ним происходит. Мужчине, которому вы нужны по судьбе, у вас, возможно, с ним сейчас даже нет общения, и вы буквально глаза у вас завязаны, и коммуникации тоже нет. По башне все разрушено. Многие сейчас даже думают, что с этим мужчиной у вас вообще нет никаких отношений. То есть, понимаете, как вы, возможно, сами для себя. Причем вы тут конкретно с ним отношения не заканчивали. Я вам могу сразу сказать, здесь нету этого. Здесь как-то ушло все в тишину, понимаете, как растворилось в неизвестности. И поэтому вы можете думать, что у вас так уже, собственно, нет ничего, если вы не общаетесь, не видитесь. А какая причина, давайте спросим тогда, раз уж так он страдает здесь, какая же тогда причина твоего этого ухода в отшельника, в состояние Луны? Почему, если тебя это действительно волнует? Причина. Угу. Вот эта красивая карта, девчонки. Какая причина? Потому что я ее люблю. Конечно, по карте влюбленные, возможно, здесь есть третий фактор между вами, как человек, у него либо кто-то есть, либо у вас кто-то есть, либо же даже страны, города, религии, определенные ограничения также могут быть третьим фактором в вашей паре. Хорошо, расскажите нам еще, пожалуйста, о мужчине, которому нужна по судьбе. Моя красотка, посмотрите, что делается. Он просто сам достает карты. Хорошо. Он говорит, действительно нужна. Посмотрим, что он показывает. Говорит, не говори о том, что у нас отношения закончились. Вы понимаете, как? Говорит, не говори, у нас все начнется и возродится, девчонки. А слушайте, он прям сам... Вы представляете, как я задаю один вопрос, а он-то вам хочет досказать, дать вам знать о том, что по карте нулевой аркан здесь идет обновление, новое начало ваших отношений. И он говорит, что ты увидишь. И вообще по королеве жезловой здесь девушка с волшебной палочкой в руках. Это та, которая знает информацию, которая еще как бы в реальном мире нереальна, потому что она еще не пришла, да, в эту реальность. И он говорит, знай. Знай, возможно, вы чувствуете, вы ощущаете, вы уже понимаете, как у мужчины сейчас идет речь. Он говорит, знай, что у нас с тобой все обновится, и все у нас с тобой будет хорошо. По карте Туз Пентаклей это самая лучшая карта в колоде. Раньше на этой карте вообще завершали расклады, потому как это карта исполнения желаний, достатка, любви, взаимопонимания, счастья, исполнения желаний. Ну, смотрите как, это он сам решил вам такую информацию, видно, важно было услышать. Ну, раскройся больше, покажи, какой ты еще. Хочу больше о тебе подробностей. Расскажи, какой ты. Ну, здесь мужчина хорошо зарабатывает, либо же сейчас сменил работу, которая связана с словом. По мечевой карте здесь также возможен металл.
Здесь возможна работа в каких-то органах, где человек словом решает определенные вещи, и здесь идет разговор о том, что его даже решения могут менять судьбы людей. Он говорит, что я влюблен. Есть у меня любимая кубковая королева. Он выходит пажиком кубковым, а вы кубковой королевой. Понятно, что это вы, потому как я освещение делаю на пару. Поэтому здесь, возможно, вы его старше по возрасту, либо же да, по образованию, по уровню развития. И ну какой он? Я же говорю, по десятке пентаклей здесь человек, который, возможно, проживает в семье, либо же с семьей. Даже если он проживает с мамой, это тоже относится как бы, да, к его семье. Либо же здесь идет информация о том, что работа – это и есть его жизнь, его семья. Много времени там проводит, и Таро уже считывает, как его родные энергии. Этой энергии на работе очень много времени проводит. И работа связана с мыслительной деятельностью, где он может менять судьбы людей, и ответы бывают, знаете, как положительные, так и отрицательные, где иногда людям приносят боль его слова. Скажи еще о себе, какой ты? Ну, здесь мужчина знает иностранные языки, как минимум один, владеет ими. Здесь мужчина у кого-то работает в органах государственных, здесь суд, вы видите, здесь чаша весов, здесь мужчина носит определенный дресс-код, возможно, одевает сверху, либо же ему нужно приходить на работу в определенной одежде, которая не относится к обыденной. Здесь мужчина по карте мир, возможно, работает с людьми других языков, других религий, даже другого цвета кожи. Причем по карте мир здесь, возможно, интернациональные связи, либо же здесь идет речь о том, что он знает языки иностранные, и здесь он по миру, по интернету, либо же клиенты у него есть, либо же даже если он делает заказы девчонки из других стран, это тоже считывается как по карте мир, да, интернациональный, по всей земле, как бы он может по интернету, например, делать заказы. Ну, понятно, что у каждого свое, здесь нет смысла на общем освещении конкретной профессии указывать, вас тысячи, и ситуации тоже разные. Ну, и здесь мужчина, который живет прошлым, прошлыми событиями, прошлыми эмоциями, и сейчас он не наполнен в жизни, то есть он наполняется внутренне, да, прошлыми событиями. Расскажи, какими событиями ты там наполняешься прошлыми? Чем? Каким успехом? Успех, который у него был в прошлом. А с чем связан был твой успех? С чем был связан твой успех? О, так это же вы вышли, девочки. Он с вами. Получается, этот мужчина, которого вы знаете уже. И здесь у вас были определенные ограничения в прошлом, в развитии ваших отношений. А он живет прошлым, воспоминаниями о вас. И где-то были ограничения. Причем я здесь вижу берег. Я здесь вижу берег, я здесь вижу воду. То есть здесь, возможно, вы встречались где-то у воды, ваша встреча связана с водой, да, либо же в это время были осадки. Время было либо же вечернее, либо раннее. И здесь идет информация о том, что был закат цвета манго, девочки. Небо было оранжевого цвета, либо же освещение было оранжевое, либо же где-то здесь были огонь где-то был в районе. Даже если вы с ним, например, виделись, да, это была картина, например, с закатом, тоже так считывается. Если вы не виделись в реальной жизни, возможно, вы разговаривали об этом, либо же он отправлял вам какие-то картинки, смайленькие, либо же музыкальные произведения, которые описывали обстановку, да? Да. Вот он живет этим прошлым. А что ты вспоминаешь с этого прошлого? Давайте спросим у него так. Где-то вы с ним распивали напитки? Угу.
И, возможно, некоторые говорили ему, что это ваша будет последняя встреча, но он вам говорил, что нет, я к тебе еще вернусь. Да, он просто сам выпрыгивает у меня тут с колоды. Он говорил, что я еще к тебе вернусь. А вы уже не верили, что вы еще с ним увидитесь. Те, кто встречался, кто не встречался. Здесь как-то мужчина говорил о встрече, а вы как-то не уверены были вообще, будет эта встреча на самом деле или нет. Ну, давайте посмотрим, раз уже зашло о встрече. Будет ли встреча? Вы сомневаетесь, что будет. Вот вы точно сомневаетесь. А давайте у Вселенной спросим, будет ли встреча? Мужчина у некоторых курит. Да, примчится к вам, девчонки. Примчится. Встреча будет. Причем нужно будет преодолеть определенные расстояния. Ну, давай еще несколько карт себе. Покажи, какой ты на самом деле искренний. Настоящий, ревнивый до ужаса, девочки. Тут, если он будет ревновать, он ночами не будет спать. И вам ночами не будет давать спать. Потому что любит, девочки. Потому что любит. Мужчина, кстати, у него есть какой-то третий глаз. У него есть какая-то чуйка, предчувствие. И здесь его не обманешь. Здесь мужчина четко знает, где, как и что. Ему не нужно говорить. Он сам все поймет. Он сам знает на интуитивном уровне. И здесь он очень ревнивый. Так что вам предупреждение. Кто узнал, тот уже подтвердил себе. Буквально, знаете как, ангел и демон. Вот такой вот мужчина, которому вы нужны по судьбе. И его подробное описание. Давайте посмотрим, что руны нам еще хотят добавить о мужчине. Конкретно прям хочу спросить о мужчине, что они еще о нем раскроют. Если вы хотите задать определенный другой вопрос рунам, прекрасно. В любом случае получите ответ на все ваши вопросы. Ну что же, руны, покажите еще нам, раскройте больше информации о мужчине, какой он на самом деле. Мужчина, который меняет реальность в лучшую сторону, независимо от того, знакомые эти, родные. Мужчина очень выносливый, да, любит скорость, любит перемену, он меняет места обитания, любит путешествия, любит новые встречи. Девчонки, вот такой вот мужчина, которому вы просто нужны по судьбе. Благодарю руны, благодарю Таро, благодарю вас, что вы приходите на мои освещения. Благодарю вас за донаты, за поддержку в развитии нашего канала. На эти деньги куплены свечи, деньги отправлены на корм птичкам. Также покупаются новые колоды карт. Также я занимаюсь благотворительностью и постоянно помогаю людям, которые нуждаются в помощи. Как меня отблагодарить? Ссылочка в закрепленном комментарии. Благодарю вас за ваши пожелания в развитии нашего канала. Мне лично все читаю. Мне очень приятно это все слышать. Пусть вам все, что вы желаете мне, вернется в тысячи раз больше. Вселенная всегда все видит, кто помогает, кто финансово помогает, кто словом, кто делом. Вселенная всегда возвращает. И знаете, все, что вы делаете, все, что вы отправляете, вам вернется в стократном размере. Желаю вам шикарного времени суток. С вами была Евгения.